Всем привет, с вами Елена Смирнова. Я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Это видео по проекту Автомания. Значит, здесь автогонки, заканчивается заезд, получаем прибыль. За 10 рублей 130%, было 120, вот подняли на 10%, стало 130. 50 рублей плюс 150%, 100 рублей 200%. И еще Гранд Турбо. Это у нас скоро будет. Так. Значит, у меня на балансе сейчас 382 рубля. Я их буду выводить. Здесь внутреннего перевода теперь нет. Выбираю платежную систему Payeer. Так, заказать. Так, 382 рубля. Вписываю 382. Ой. Так, 00. Продолжить. Ввожу номер кошелька. Номер кошелька менять нельзя, имейте в виду. Так. Так. Подтвердить. Оплачено. Платеж передан через шлюз успешно. Идем на Payeer кошелек. Ой, на почту. Так, входящий. Все в режиме онлайн. Так, 378.40. Payeer у нас берет комиссию. Проект платит. И теперь я, как я сказала, внутреннего перевода нет. Захочу закинуть за 10 рублей и за 50 рублей. Вот тут нужно помочь ребятам, да и себе помочь. Как бы, да, сделать, как бы закинуть денежку. Все. Нажимаю подать заявку. Payeer. Оплатить. Перебрасывать на платежную систему. Так, за 10 рублей я оплатила. Статистика. Вот, у меня все оплачено. Видите, ожидание. Как здесь наберется 100%, денежка нет. Значит, смотрите, как здесь идет статистика. Ожидание, так. Значит, набирается 100%. Сейчас у меня ожидание. Потом, когда уже другой круг закроется, будет уже здесь написано не ожидание, а в процессе. А потом уже, когда закроется, тогда я уже получу выплату. Потому что выплата не сразу, как бы это кольцевые гонки. И здесь статистика, у меня все оплачено. И я также пополняю баланс через Payeer. Также я оплатила, нажимаю статистика. И также у меня ожидание. Так. Я получу 75 рублей. Потом закроется вот 72%. Здесь почти 73. Будет 100%. У меня будет в процессе. А потом уже я получу. Ну, и все получают выплату. Значит, есть чат. Здесь все общаются. Очень, как бы, тут постоянно народ сидит. Ну, в принципе, все, как бы, на этом. Проект работает, платит, радует выплатами. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.